Ну, я психанул. Взял из открывающегося этого движного шкафчика ножик и ударил ее. Она была ко мне в полоборота. Вот. Потом она побежала от меня в ванную закрыться. Я ее догнал. Во время борьбы она упала. Я ударил еще, я, по-моему, 2 лет и около того раз. И у меня начались судороги, она умерла, по-моему. Что мне не поможет ничего с моей внешностью. Но потом она продолжала нам дальше подшучивать. И говорить о том, что мне опять надо будет месяц или больше копить, чтобы к ней прийти еще раз. Почему вы лицо прячете? Ну, я не хочу, я выгляжу плохо, потому что на фотографиях я один, а сейчас я, можно сказать, после недолгосрочного проживания в тюрьме, все-таки это не домашний уход за собой. Вам так важна своя внешность, как вы выглядите? Да.